Административное давление на бизнес, взятки и нарушения в процедуре проведения госзакупок. Эти вопросы сегодня обсудили на втором открытом форуме прокуратуры. На открытии мероприятия выступил главный прокурор края. Также на форуме присутствовали представители органов власти, общественные и деловые организации и сами бизнесмены. В ходе обсуждения определились ключевые проблемы, среди них нарушение прав предпринимателей, противодействие коррупции и создание благоприятных условий для ведения бизнеса в крае. Одними из самых острых вопросов стали вымогательство и давление на предпринимателей. Мы констатируем наличие этой проблематики, в том числе и по результатам анонимного анкетирования, которое мы провели специально в преддверии второго открытого форума. Порядка 12,5% предпринимателей заявляют нам о том, что либо они лично, либо их знакомые сталкивались с такой проблемой вымогательства взяток со стороны чиновников или контролирующих органов.